фойе разговоры в полголоса, в кабинетах оживленные диалоги. Глава Анапы Сергей Сергеев, его заместители и руководители структурных подразделений городской администрации проводят выездной прием граждан в станице Анапской. Владимир Давыдов – пенсионер и полный кавалер ордена шахтерской славы. На встречу с главой курорта пришел не с жалобами, а с деловым предложением. Пенсия маленькая, вот, хотя и шахтер. Но пенсия, она, не отвечает требованиям сегодняшним ценам, будем так говорить, мягко выражаясь. Поэтому я пришел первому попросить, может, кусочек земли, чтобы что-то, чем-то заняться. Мы не сдаемся никогда. Глава предложение выслушал и предложил компромиссное решение. Наталью Яковенко заботят проблемы здравоохранения села. Обратилась от имени жителей поселка, ведь проблема общая. УЗИ, аппарат приобрести на нашу амбулаторию. Население у нас огромное, 20 тысяч населения. Здесь округ Анапский сельский. И поэтому пришла с просьбой, уже сколько лет он сломался, неудобно в город ездить старикам, детям, все, ну, да, население огромное, поэтому нужен этот аппарат, необходимость. Ну, глава пообещал, говорит, кстати, говорит, нужно этим заняться, говорит, приобрести, ну, говорит, и человека, говорит, который будет на этом аппарате. Людмила Панасюк предложила сделать остановочный павильон на пересечении улиц Мира и Лермонтова. Расстояние Победы, да? Но раз есть остановка сама, раз автобус там останавливается, раз люди собираются, то пусть она хоть через 10 метров от другой остановки крыша должна. Я так думаю. И то, что они пишут, тут нерационально, там 400 метров положено. Да давай автобус, пусть за 400 метров останавливается. Остановка должна. Если останавливается, то должна. Много людей там собирается? Ну, сколько? 10. Ну, часами же мы не стоим. Вот когда садимся, конечно, ночью до 10 человек. Нет, ну можно остановку сделать такое, как это помещение, можно 5 раз больше. Нет, не надо нам такую большую. Чтобы на голову не капало. Эльза Мельник пришла с инициативой восстановить пруд. Здесь надо рационально подходить. То, что здесь должно быть как бы место отдыха, я с вами полностью согласен. Ну а в каком виде? Не обязательно же пруд. В кабинете, где вел прием Сергеев, часто звучали слова благодарности. Спасибо, конечно, прежде всего хочется сказать, что наконец-то уделяется внимание нашей станице, ну, я думаю, округу в целом. Но так как я живу тут в центре, в Анапской, и результаты вижу. Все вопросы рассмотрели предметно и вдумчиво, расспрашивая детали и подробности, чтобы разобраться досконально. Строительство подземного перехода в центре станицы, остановочные пункты, расчистка ручья, организация места отдыха, газификация, обрезка деревьев – это далеко не полный перечень затронутых на приеме вопросов. И по каждому дан ответ.